Добрый вечер, дорогие радиослушатели Финам ФМ. В эфире программа Код города у микрофона Дмитрий Бульба. В нашей программе мы обычно говорим об истории, об архитектуре, о событиях, о традициях города. А сегодня, совсем незадолго до Нового года, в общем-то, в канун, я сразу предупрежу, что программа будет немножко необычная. Мы поговорим о еще одной стороне проявления культурного кода, Будем говорить о музыке, а если еще точнее, то о песне. Москва песенная, такая у нас сегодня будет тема, причем именно в узком смысле этого слова. Мы с вами знаем разные песни о Москве, они звучат регулярно, особенно на официальных мероприятиях, и это традиция официальных мероприятий – сопровождаемая песнями, она у нас очень укоренена. Но я бы здесь выделил два пласта. С одной стороны вот эта публичная, государственная песня, и с другой стороны такая глубоко лирическая и личная. Я думаю, что все согласятся с таким тезисом, что песня – это тоже памятник, в не меньшей степени, чем памятник архитектуры или какой-то исторический документ. Но мы как раз сегодня и постараемся разобраться, а в чем особенность вот этого памятника, как фиксатора времени, как фиксатора явлений потому что песня ведь синтетический жанр. Здесь и слова, и ноты, и все это как-то воздействует, причем и во многом эмоционально, не менее чем содержательно. Вот об этом соотношении и о силе Москвы песенной мы будем сегодня говорить с нашей гостьей, которую я с удовольствием представляю. У нас в гостях Ольга Борисовна Оськина, музыковед, преподаватель Московского колледжа импровизационной музыки. Ольга Борисовна, добрый вечер. Добрый вечер. Большое спасибо, что э, пришли. Вот в рамках такого неожиданного э, поворота формата нашей программы я сразу предупрежу, что в нашей песенной прогулке по Москве мы не сможем только обсуждать, мы не сможем не слушать песни. Поэтому в это путешествие мы с вами отправимся вместе с э, самими песнями. Ну вот, чтобы начать разговор, наверное, мой первый вопрос чисто хронологический. Ольга Борисовна, э, первое обращение к Москве как к такому объекту осмысления творческого со стороны автора, композитора. Вот первые самые крупные явления, они когда появились? Ну, думается, что они появились достаточно давно, лет так 140 назад, так. Петру Ли Чайковскому, тогда 43-летнему композитору, очень известному и востребованному, поступило вот такое предложение от коронационной комиссии, которая подготавливала торжественную коронацию императора Александра III, написать кантату о Москве. Текст был написан маститом Аполлоном Николаевичем Майковым, угу. который был к тому времени тоже очень широко известен своими стихами и лирическими, и пейзажными, и историческими. И Майков обратился к истории Москвы Связала ее судьбами России. С мало ключик и студена потекла река, С невелико зачиналась камена Москва. Наезжали тут князья тешиться, По темным лесам кабана травить, В тихих заводях лебедей стрелять. Гой, не тучи в синем небе расстилалася, злы татары вал за валом по Руси валят. Вот таким былиным зачином открывалось повествование о татарском Иге, о борьбе за освобождение от него, о собирании земли русской, и заканчивалась эта кантата прямым обращением э, к царю, э, к государю, к государыне, к наследникам, и призывали их вер... всех как вер... и объединиться под, соответственно, под знаком освобождения Руси, и вот угу. государь должен был всех объединить. И вот, собственно, вот этот текст был положен в основу кантаты. Чайковский пишет кантату очень быстро, в марте поступает заказ, в мае она уже исполняется. Да, да. Кантата колоссальная. Конечно, она состоит из шести частей, но контакт, как известно, произведение для хора, солистов, оркестра. И в этой шестичастной контате три сольных и три хоровых эпизода, взаимосвязанных, перетекающих один в другой. И вот, собственно, наверное, это ну, что значит первое известное нам обращение? На самом деле. Как известно, существует такая народная песня на Лермонтовский «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная uh -huh. пожаром». Вот когда это было? Явно до революции эта песня была создана. Но вот точную дату я назвать не могу. Вот, uh -huh. пожалуй, вот это начало ясно, ну то есть вот первое это обращение, это как раз мы сразу попадаем в такое поле публичного творчества, которое по заказу никого не будет, а государя императора, Конечно. да, в честь его коронации. Вот и что, кстати, вот характерно, я думаю, мы эту традицию с вами потом отследим, ведь в советское время при переиздании этой кантаты текст Майкова был просто вот это все восхваление государя. государю, царю, батюшке, самодержцу, все это было очень сильно зачищено, вот. И э, что хотел еще сказать про эту кантату, я думаю, что сейчас мы небольшой отрывок из нее послушаем, чтобы проникнуться этим духом. А дальше, наверное, перейдем уже к песням э, в традиционном понимании Привет, этого всем. слова. Да, после такого отрывка э, как-то даже вот неловко переходить к, к, наверное, к песням. Вот это все-таки образец классической музыки Безусловно. и работы классического Блестящий композитора. Образец. Блестящий образец. Но я предлагаю идти дальше, потому что песенного материала очень много. К чему можно было бы сейчас обратиться? Ну, если вы предлагаете путь вот такой в хронологическом порядке, как бы, да, рассматривать эти разные песни, но, наверное, можно предложить песню, которая была создана где-то в 20-е годы, уже 20 -го века, естественно, «Москва золотоглавая». Угу. Это песня Имеет, ну, в общем, достаточно, я бы сказала, смутную историю. Ее называют народной. Кто-то приписывает э, авторство музыки э, Шалому Секунди. Это такой композитор, американский композитор, э, выходец из иммигрантской еврейской семьи, приехавший с Украины. Э, композитор, э, в общем-то, очень востребованный в Америке был. Он больше всего известен по песне Баймер без душей. Да, ну, уточним, ну, что это в, в русской версии да. в Киптаунском порту. Да, в, да совершенно Прекрасный, верно. Прекрасный вообще народный хит. Да, эта песня была очень популярна. Ну вот как бы одна из композиций «Шалома секунды» послужила э, материалом для вот этой песни «Москва златоглавая». Ну что о ней можно сказать? Ну вообще очень интересно проследить как бы музыкальные маршруты Москвы. И по сути, ну скажем, не москвич, может узнать этот город по песням, как ни странно. И вот эта песня – одна из первых остановок на, вашем, на нашем музыкальном маршруте, поскольку начинается она словами «Москва златоглавая, звон колоколов, царь-пушка державная» и так далее. Угу. Аромат Ну, пирогов. это уже да, довольно да, знакомо. То это... есть, атмосфера вот этого московского праздника. Да, там, да, да, совершенно верно. И надо сказать, что, конечно, эту песню... Песня эта была очень популярна в среде русских послереволюционных эмигрантов. Ну, и тоже, наверное, в общем-то, понятно почему. Потому что, в общем, заканчивается она несколько пессимистично. Хотя... Музыка при этом остается такой разухабисто танцевальной, а вот слова второго, второго куплета есть и такие: Ничего не осталось, лишь тоска до да печаль. Угу. Ну, кстати, обращу тогда внимание еще на такой момент, что написана она в 20 е годы. Да. Это, наверное, одна из немногих песен, если не единственная, которую мы сегодня будем э, слушать, которая написана о Москве, не в Москве, да, а даже я бы сказал, не в стране. Да. А да, написана далеко за рубежом. И явно с таким ностальгирующим подтекстом. Конечно. Вот вы сказали, что ее любили очень русские мигранты. Есть замечательное еще одно исполнение Алеши Дмитриевича этой песни. Он ее тоже любил. И, как известно, он ее исполнял тоже в основном там в Париже, во Франции и где он выступал. Я предлагаю прямо сейчас хотя бы небольшой отрывок конечно, этой замечательной конечно. песни послушать. Мы вольны с вами обозначать их просто. А, да, вот такая песня вот, действительно и гимназистки, и, в общем, ничего этого действительно не осталось. Конечно. Хотя вот в этой версии, которую мы сейчас слушали, это исполняет Эдуард Хиль, да, там уже таких пессимистичных слов нет. Ну естественно. Ольга говоришь, на маленький вопрос, вот поговорка есть из песни слов не выкинешь. Но вот почему-то мы уже вот какую слушаем все время чуть чуть Частенько, ой, частенько выкидывают песни, но при этом вы знаете, ведь вы совершенно правильно отметили, что песня жанр синкретический в нем сочетается слово и музыка. И на самом деле, наверное, песня остается с человеком. Это цитата тоже из одной популярной какой-то песни. Благодаря тому, что есть еще и музыка. Слова какие-то можно убирать, но зачастую музыка настолько работает на характер произведения, что песня все равно остается. И вот такова судьба песни, о которой, наверное, вы сейчас начнете рассказывать. Это Москва. Красная, да? Москва, ну, у нее е же разные. Ее по-разному да? называют, да. Ну, мы так условились, что Москва-майская, Москва-красная. -майская, Москва ну, по по-разному, да? да, там разные. Вообще называют. потрясающий э тоже э ну, хит вот современным Всего языком конечно, выражаясь, да. Конечно. Одна из главных песен э 37 -го советского года. времени, да, <laughs> да, и такого непростого времени. Да. Так, э, ну, наверное, не, не могу не спросить вас, к какому празднику она относилась, тут все очевидно. Ну, это очевидно, Москва-Майская, это как раз к маю, <laughs> к Это же гла мая. главный хит первого мая. Да, дня конечно, всех, конечно. Дня трудящихся. Всегда, да, праздник первого мая сопровождался этой песней. Вот к вопросу так, музыка, о, об этой песне. Вот я как раз хотел uh -huh. поинтересоваться, вот мы сейчас ее, конечно же, послушаем, но вот uh -huh. какими здесь музыкальными средствами, потому что по тексту, в принципе, все ясно. Да. А музыкальными средствами, вот вы сейчас о них говорили, какими вот музыкальными средствами достигается вот этот вот эффект, ну, скажем так, вот эмоциональный, да, uh -huh. достигается. Ну, попробую, попробую рассказать, но. Придется все-таки использовать такую специфически музыкальную терминологию, но постараюсь минимально как-то о ней упоминать. Итак, авторы этих автор музыки этой песни, вернее, авторы, это братья Даниил и Дмитрий Покрас. Вообще авторы очень большого количества вот таких патриотических маршей, бравурных, летучих маршей. И, в частности, хочется вспомнить, что, например, они же авторы э, марша «Три танкиста». Uh -huh. ну, ее на самом деле, эту музыку до сих пор помнят, знают и поют, в общем-то. Марш Будённого, потом вот эта «Красная армия», «Всех сильнее», это тоже, они же авторы этих маршей. Ну вот, а если сейчас обратиться к песне «Москва майская», вот как во первых она решена какой набор музыкальных средств там используется очень мудро Но на самом деле я только хочу сказать что написание песен это как бы сказать это процесс для профессионала в котором он пользуется совершенно определенными конкретными средствами музыкального языка. Ну, вот как мы, мы с вами, когда говорим на ту или другую тему, используем э, тот или иной м, ну, набор терминов, скажем так, да? или м, тот или иной набор фраз. И в музыке то же самое. Там есть музыкальный язык. И вот для того, чтобы создать вот вначале такой э, энергетически активный настрой, предлагается сразу вот это... Э, начало в минорном ладу так называемом. ну даже не ага. любой не профессионал знает что есть минор и мажор в тон, такой в, тон, в тональной гармонической музыке даже дети знают что минор это грустно мажор это чуть повеселее так вот на, минорное начало очень мужественное маршевое начало, которое сразу... И причем, да, тут очень важен еще и темп. Ведь вся эта музыка, вот эта музыка проходит в темпе шага. Ведь марши тоже бывают разные. Марши бывают более медленные, марши бывают очень быстрые. А этот марш в темпе шага, который сразу как бы настраивает на такое поступательное движение вперед и вперед. Но самое интересное, что в припеве вот этот минор... Тут же сменяется угу. так называемым краской, одноименным да? мажором. И еще очень интересен принцип построения музыкальных фраз. Обратите внимание вот сейчас мы послушаем этот припев. Первая фраза кипучая, этот скачок достаточно большой, сразу восходящий скачок. Второй фраз второй фраз, <с> <с> вторая фраза. Кипучая, могучая, еще больше скачок. Никем не победима, еще больше скачок. То есть, понимаете, вот интересно, музыкальные средства работают вот на этот, опять же, колоссальный энергетический подъем, на ощущение э патриотизма, не, вернее, не ощущение, а на то, чтобы вот этот, чувство гордости, чувство патриотизма господствовало бы в этой музыке. Угу. Так что музыканты этим языком здесь блестяще пользуются. И сейчас мы в этом убедимся. Но, наверное, еще хотелось бы несколько слов вот о чем сказать. Но этот по поводу текстов, когда слово... Да-да-да, да, да, слов да. это, кстати, еще один пример. Да-да-да, еще один пример, когда все-таки выкинули, выкинули целый куплет. Там был такой милый куплет, чтобы ярче заблистали наши лозунги побед, чтобы руку поднял Сталин, посылая нам привет. Вот теперь нам никто бы Её это не посылает. Этот, да, да. Слова, и, и, и там же было что, угу. а, что Солнце яркое светлее, небо синее свети. Ага. На трибуны мы в зале нашу радость донести. То есть, а, очень да, да, хотелось да. вот эту майскую радость донести до непосредственно трибуны. То есть, мы понимаем, до кого. И уж угу. оттуда, чтобы он назначит рукой. Да, этих слов действительно не стало. Мне кажется, очень интересно то, что вы вот сейчас рассказали в плане вот этого соотношения с одной стороны, маршевости музыки то есть, ее вот такой торжественности, с с другой стороны, при этом использование минорных красок. Наверное, в этом действительно в том числе один из секретов. Нет, там минорных марш очень много. Там главная смена. Там главная смена минор. И вот этот высвет идет в мажор в припеве. Вот, вот что там важнее? Я предлагаю убедиться сейчас собственными ушами в правоте того, что было сказано выше. Москва-Майская 1937 год. Ну, от такого замечательного э, официального, да, э, проведения официального хита, э, я думаю, что логично посмотреть на какие-то примеры такой музыки э, более лирической, более, э, скажем так, персональной, персонифицированной с какими-то личными эмоциями. Вот. Э, я замечаю по вот, своим ощущениям, когда слушаешь вот эти песни, моментально смена образа города. Собственно, даже те же конфетки-бараночки, которые мы слушали, да. они, конечно, очень... Вот это индивидуальное восприятие праздника. Что мы дальше, куда мы двинемся? Ну, наверное, к песне старого извозчика. Угу. А Леонид Утесов. Да. Что можем про нее сказать? Я думаю, что вот эта песня, она по своей сути, э, помимо всего прочего, я бы очень хотел, чтобы вы сказали о ее вот таком музыкальном да, материале, но там есть и важные московические моменты, о которых мы сейчас скажем. О московических вы будете рассказывать, о музыкальным я Делились? Значит, что касается музыкального материала, вы знаете, что меня поразило? Вот когда я немножечко подумала и о, о вот о строе мелодики, по сути, в этой песне очень много таких ходов, очень широких октавных скачков, которые характерны по сути, для молодецкой песни русской. И опять там вот эти октавные скачки в большом количестве присутствуют. Но вы знаете, наверное, опять же, Никита Богословский совершенно замечательный композитор. И вот, наверное, не случайно. В этом, может быть, есть своего рода такой юмористический эффект. Ну да, в свое время молодецкий хозяин нашей вот этой старой лошадки и сама лошадка. Вот они действительно молодецкие там по Москве. Как это, путешествовали uh -huh. по Москве. Ну вот прошел тот период. Поэтому, поэтому припев... Вот здесь другой контраст. Там припев звучит... Сначала вот эти молодецкие широкие ходы в начале, а потом в припеве... Так Диапазон мелодический очень сужается, суживается, он становится совсем небольшим. <соединяем> вот, так что вот такие вот интересные моменты хочется отметить в мелодике этой песни. А что касается мостровического аспекта, наверное, вы об этом тоже ну, расскажете. Я, собственно, <смешной> что <смешной> я могу сказать, я не, не то, чтобы тут много что-то, но да. здесь очевидно, вот я хотел просто отметить, что там есть замечательное выражение от Сокольников до парка. Да? Да. Это речь то идет о том, что открылась первая ветка Московского метро, и она так и называлась ⁇ От Сокольников до парка ⁇ Кстати, большая загадка, почему именно от Сокольников до парка, например, а не от парка до Сокольников. Да. Все-таки, ну, это связь двух парков, но, наверное, парк культуры такой более... Центральный, как минимум, да, но тем не менее. И вот это от Сокольников до парка с иронией написана mm -hmm. песня, но она фиксирует вот этот вот момент. И она фиксирует еще одно историческое явление. Это же песня старого извозчика и уход уходящий, извозчиков, да, да и из Москвы. Mm -hmm. Но я предлагаю этот шедевр yeah. еще один музыкальный московской песни прямо сейчас услышать. Песня старого извозчика. Вот такая замечательная песня. Леонид Утесова, да, чуть да. не оговорился, потому что у него разные имена, в том числе русифицированные. Я предлагаю идти дальше. Тема метро она же вообще и восхвалялась, и продолжала жить очень сильно. И вот я предлагаю сейчас поговорить о так называемой песенке о метро, которая, наверное, некий, с одной стороны, родной брат этой песни, она угу. и написана там рядом по времени, а с другой стороны она ведь как раз уже э, выразитель такого более официального отношения к э, этому явлению. Ну, надо сказать, отношения очень светлые, очень радостные, оптимистичные, как вообще все песни того времени, учитывая то, что вот мы, видимо, и будем слушать запись 40, 1949 года, да? Конец 40-х годов, начало 50-х. Вот надо сказать, что, конечно, именно в этот период огромное количество песен в Москве появилось. Вот когда отслушиваешь эти песни, понимаешь, что, наверное, вот запросто можно найти сотню таких песен, и все они посвящены Москве, и все это конец 40-х, начало 50-х годов. А вот «Метро», да, ну как, такая злободневная тема. И опять же, учитывая, что нас интересуют и московские маршруты, вот а «Метро» и еще одна песня совершенно замечательно написана. Автор ее Аркадий Островский, композитор написавший совершенно замечательные песни, но надо сказать, что вот эта песня принадлежит, в общем-то, раннему периоду его творчества, а расцвет его творчества приходится на 60-е годы, на начало 60-х годов, и все эти песни хорошо известны, он автор таких детских песен, как Пусть всегда будет солнце, он автор uh -huh. э, песенки Спокойной ночи, малыши. В начале 60-х годов у него выходит ряд песен, так называемых дворовых. Там Я гляжу и вслед, ничего в ней нет. Там, и вот этот целый ряд песен о московских двориках и вообще, о любви. Э, замечательный композитор лирик. Э, у него удивительно разнообразно и мелодически, мелодически разнообразные э, его песни. И вот вот эта песня о метро, она очень интересно решена. Во-первых, такая скороговорка, очень быстрый темп. Особенно там есть такой припев, где идет многократный повтор, такая так называемая репетиция на одной ноте. Хоть весь мир обшарь, там не найдешь ты лучше московского метро. И вот этот многократный повтор одного звука в быстром темпе, по сути, в музыкальном языке всегда используется для того, чтобы создать или вот такое юмористическое состояние. Uh -huh. Или просто как имитация веселого смеха, если хотите. В медленном темпе это несет совершенно другую какой-то смысл в музыке. А вот в быстром темпе это так. И вот здесь, вот этот припевчик такой очаровательный, он все время звучит. Вот мы это с вами услышим. Ольга Борисовна, а вот такой вопрос: как вы думаете, вот эта вся радость да, во всех этих песнях, как вы упомянули этого времени? Ну, в скобках скажу, что мне кажется, у меня есть одно из объяснений, почему в конце 40-х годов так много песен о Москве. Просто ей было 800 лет, в 1947 году. А и это да. было, конечно, такое событие, которое mm -hmm. просто э, тут же привлекло внимание 808 веков, да, даже строительство э, высоток восьми было запланировано да, каждому да, веку да, по да. высотке. Да. Да. Так вот, вопрос мой такой: вот эта радость, она была искренней действительно, или это была радость как-то по заказу? Что мне кажется, что музыка на самом деле гораздо, гораздо в большей степени, чем мы это представляем. И вот такая популярная музыка влияет на сознание людей. И на самом деле я могу с полной ответственностью заявить, но, конечно, со мной многие могут не согласиться, что вот такая музыка, она и формировала определенное отношение к жизни. Хотя, конечно, любая высказанная мысль тут же высказываешь и понимаешь, что можно тут же ее опровергнуть. Мысль изреченная есть изречённая ложь, да? есть ложь. Но тем не менее, тем не менее, да, присутствовали такие настроения. Вот это состояние радости, состояние такое оптимистичное. Да, мне кажется, это имело место быть. И это еще было связано с тем, что вот война закончилась, все-таки только-только на четыре года ну, прошло. Ну это точно, это точно. Mm -hmm. Итак, слушаем песенку о метро. Замечательная песенка о московском метро в исполнении Марии Мироновой. Мы убедились в этой радости. Я думаю, на этом же энтузиазме трудовом тех лет мы можем еще пару песен важных очень заметить. Какую бы вы сейчас, Ольга Борисовна, предложили? Ну вот, наверное, песня. Милютина, Ленинские горы. Друзья, uh -huh. люблю я Ленинские горы. И опять же, если уж говорить о музыкальных маршрутах, то, пожалуйста, вот еще один маршрут. Говорю, не знаю Москвы, ты послушав эту песню, начинаешь таки, действительно любить Ленинские горы. Эта песня создана композитором в конце 40-х годов, по крайней мере, вот я так понимаю, что это тоже где-то 48-49 год, на слова Евгения Долматовского, известнейшего поэта песенника. Мы прекрасно знаем тандем Александра Пахмутова и Евгения Долматовский, которые создали совершенно замечательные песни. И вот Милютин в содружестве с Евгением Долматовским пишет эту песню. Что касается самого музы... самой музыки, ну что ж, это широкая распевная мелодия. Я бы сказала, позитивная, мажорная. И вы знаете, как ни странно, там используется такой же принцип, как в припеве майской Москвы. То есть там вот идет первая фраза, доходит до определенного, то есть в определенном диапазоне. Друзья, я люблю я Ленинские горы. А вторая фраза чуть превышает диапазон первой. По нарастающей. Да? по нарастающей идет. За счет этого, опять же, создается вот это как бы возвышенно светлое настроение в этой песне. Ну, нельзя не сказать тоже о тексте, то есть текст мы сейчас услышим, да, но вот здесь как раз и идет речь о строительстве высотки Московского университета. И вот в воспоминаниях Евгения Ароновича Долматовского, который слова и написал, к нему было обращение. Там были такие строки, вернее, слова, сейчас пустынные Ленинские горы, но флаги стройки вьются на ветру. Значит, Евгению Ароновичу написали рабочие первого треста Мос подземстроя, которые дословно э, писали следующее, что мы вас просим изменить некие, некоторые строки вашей песни «Ленинские горы» и, или всю песню, потому что сейчас стройка закончена, флаги не вьются на стройках на ветру. Студенты учатся с 1 сентября 1953 года, и даже стыдно, когда поешь про эти пустынные ленинские горы, а перед тобой стоит грандиозное здание «Московский государственный университет» вот и в эту пустошь уже никто не верит соответственно евгений аронович выкинул слова да, опять же из песни слова выкинули да, да. в этом мы сейчас убедимся послушав песню ленинские горы да, такая распевная, да, да чувствуется да. традиция. Следующая песня, звездочка, которую мы будем слушать, тоже присоединяется к этой череде песен с энтузиазмом строительства Москвы конца 40-х, да, да, начала 50-х да. годов. О чем говорится в ней? Ну, это на самом деле, мне кажется, вам лучше прокомментировать этот текст, потому что там такие милые слова не на пресс не строит дом солидный, новый, а подружка в переулке на садовой значит там в общем-то такой топографический момент интересный, который, наверное, вы можете прокомментировать. Я могу только предположить, Ольга Борисовна, что на конечно речь идет о высотке на Высотка, Кудрянской, очередная да? высотка, да? Но мне кажется, здесь самый интересный момент это вот этот энтузиазм да. стройки и то, как они друг с другом взаимодействуют, да, пара. Да, а вот вы знаете, что я еще для себя тоже отметила, что касается самой, самого музыкального материала, да, ну, во-первых, надо упомянуть, что, вернее, не упомянуть, а сказать, что это музыка Аркадия Островского, тоже Аркадия Островского. И какой он разный, абсолютно здесь другая мелодика, она по сути напоминает такой русский перепляс. <сосы> <сосы> ну, да, да, сразу да, представляешь характер. себе эти такие пляски, там ах-ох. Ну, это нормально, это нормально, потому что, опять же, для гражданин того времени. Это был совершенно нормальный, нормальный язык. Под него, Его можно спеть, эту песню можно спеть, под нее можно танцевать. И, и еще такой нюанс, опять же, который хочется отметить. Начинается эта песня с интервала. Интервал, как напоминаю, это два звука, да, расстояние между двумя звуками. С такого симпатичного интервала сексты. Секс – это шесть ступеней. Между этими первыми двумя звуками расстояние шесть ступеней. Напомню, что с такого же интервала начинается огромное количество лирических тем. И любой профессионал знает, если хочешь, создать лирическую музыку. Начни ее с секста, и у тебя получится ла та 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 Или у тебя получится ла ла ли ла ла ти ла ла Или у тебя получится Ноктюн Шопена. ла ли ла ла ли ла Но этих примеров огромное количество. Есть определенные элементы музыкального языка, которые работают на определенную эмоцию. Вот так же, как вот я и забыла сказать, вот эти марши, они часто начинаются с кварт затактовых. Та-там, 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 та рам Торжественная, вот, да? Торжественная, да. А вот здесь лирика, пожалуйста. И вот здесь такое сочетание плясовой мелодии, плясовой ритмики и вот этой лирической, лирической основы песни вот тоже дает очень интересный эффект, как uh -huh. мне кажется. Спасибо, Ольга Борисовна, за такой небольшой музыкальный ликбез. Нам теперь будет понятнее, анализировать и слушать песни. Итак, слушаем песню думал? звездочка, и после этого уходим на короткую паузу, сразу после которой мы продолжим путешествие по песенной Москве. Добрый вечер. В эфире программа Код города, предновогодняя программа Код города. И мы с нашей гостьей Ольгой Борисовной Оськиной обсуждаем Москву песенную, а именно тот большой запас и те музыкальные памятники на самом деле московскому городскому пространству и времени, которые сохранились и до нас доносят не только содержательно, но и эмоционально дух времени, да, да дух времени. и дух того города. Мы перед паузой говорили о песне звездочка, которую мы как раз и послушали о таком трудовом энтузиазме, но еще одну песню, которую мы не можем пройти, называется она моя Москва. Да. Что за песня такая? Вообще, песня совершенно удивительная, и история у нее удивительная на самом деле. Об этом, наверное, стоит рассказать подробно. Вот так, может быть, вы начнете, или я начну, мне все равно. Итак, автор этой песни, автор музыки Исаак Дунаевский, автор слов Марк Лисянский и Сергей Агранян. В 1941 году, вот история удивительная, на самом деле, когда я это почитала, меня это просто поразило командир саперного взвода Марк Лисянский, а до войны он был журналистом, поэтом. А во время войны вот он стал командиром саперного взвода, младший лейтенант, едучи в кузове грузовика после лечения в госпитале в Ярославле, он возвращается в 243-ю стрелковую дивизию Калининского фронта, который должен участвовать в битве за Москву. И там он делает набросок стихотворения. И во время остановки в Москве, на Пушкинской площади успевает отдать вот эти две строфы в редакцию Нового мира. Новый мир в журнале Новый мир печатают вот эти две строфы. А, а приехав в свою, в свою часть, Марк лисянский в предлагает это стихотворение, и художественная, да, там так, художественная самодеятельность была, и они исполняют это, исполняют это стихотворение, причем они кладут его на такую очень простую музыку. Вот проходит год, в 1942 году Исаак Дунаевский читает в «Новом мире» эти стихи. Угу. И тут же на, вот, рядом с этими стихами он набрасывает мелодию. Вот так она его забрала. Но понимает, что не хватает текста. И предлагает... Да, найти Лисянского во время войны ну, было просто невозможно. Ну да, не те условия. Да, и он предлагает Сергею Аграновичу, который, в общем-то, его... Агранян. Агр... Ой, прошу прощения, Сергею Аграняну, который вместе с ним работает в ансамбле песни и пляски Центрального дома железнодорожников. Он его коллега. И предлагает ему дописать этот текст. Что Агранян и делает. Вот. И появляется вот этот куплет о 28 панфиловцах, потому что к тому времени уже прошла битва и прошла вот эта информация о героях панфиловцах. И ну, вот так эта песня, да, это так песня впервые появляется. И впервые ее исполняют где-то на станции, станции дивизионной, если мне не изменяет память. Причем слушают с таким волнением, просят повторить. Эту песню повторяли пять раз. А потом через какое-то время эту песню исполняет на правительственном концерте уже в Москве. Uh -huh. Сталин присутствует, и там эту песню бессируют неоднократно. И Сталин э, дает распоряжение, чтобы эту песню записали на грамм-пластинку. Ну, в радиокомитете, вот радиокомитет, чиновники, радиокомитет, он, вы же понимаете. Они не могли обойтись без того, чтобы не предложить туда куплет о Сталине. Но Аграня ну, до отказываются. Это, да. Кстати, uh -huh. отказались. Но тогда, видимо, они там сами подстарались. И появился такой куплет в 1943 году. Над Москвой в сиянии славы, Солнце нашей победы взойдет. Я приеду в мой город, могучий, где любимый наш Сталин живет. Но самому Сталину изменения пришлись не по вкусу. Uh -huh. И песня была перезаписана в варианте Сергея граняна ну, опять же. А прош... кто автор вот этой вставочки-то? А, Неизвестно. История, да. А, История радиокомитет умолчивает. назовем так. Да, назовем так, радиокомитет. Угу. После победы все-таки появляется текст такой. Еще одна, еще один куплет, еще одна строфа. Все-таки подключ... включили туда Сталина. Над Москвою знамена славы торжествует победу народ. Здравствуй, город великой державы, где любимый наш Сталин живет. Но после 20-го съезда, где Хрущев развенчивает культ личности, эту страфу исключили из песни. Но песня-то продолжает жить. Песня замечательная. Но и в 95-м году она становится вот -вот. гимном официально Москвы. Я как Москве. раз про это хотел да. сказать. Мне здесь что кажется любопытным, вот то, о чем вас хочу спросить, то есть вот то, что вы сказали. Во-первых, она, безусловно, военная песня. Она да, навеяна со военным конечно. Да, временем. Кстати, первая страфа, это автобиографическая. Вот все, что там, все, о чем там говорится, по сути, это как бы вехи жизни Марка uh -huh. Лисянского. Uh -huh. Вот, соответственно, сейчас гимном Москвы является военная песня. Причем а, военная песня, содержащая, ну да, допустим, слова о Сталине уже там не присутствуют. Yeah. Хорошо, но присутствуют по-прежнему слова о 28 панфиловцах. Каждый у нас, каждый день города эту песню поют. Всем уже известно давно, что это, в общем-то, такой был государственный миф, пусть и направленный да, на... Такое героическое настроение, да, в воюющей страны, тем не менее сейчас уже ясно давно что. Все историки это подтверждают, да. Да, что это во много миф. Тем не менее, в песне это оставляют. Вот как вы думаете, с точки зрения вот человека, ну понятно, что эмоционально можно песню слушать вообще без слов и не вдумываться в ее текст. Но я думаю, что, как правило, это вот это удивительное сочетание, которое работает вместе. Вот здравомыслящий человек, который слушает про эти 28 бойцов, остановивших танк. Вот как он начинает к ней относиться? Официальный гимн Москвы, если он вот эту историю, в общем-то, интересовался и знает. А почему мы боимся мифов? В конце концов, мы начали программу с кантата Чайковского, и я процитировала слова Майкова. Угу. Ну, по сути, там же тоже это все блинно высказывается. Да. Не, мы любим те как с... раз мифы. Событи... Событи... Да, мы любим мифы, это во-первых. А во-вторых, не надо их бояться. Угу. Страшно, когда мифы о нашем прошлом отсутствует, и когда опускается все высокое и великое, что было. Вот как очень интересно. Но я, я, как я наверное, раз... опять же не права, со мной можно спорить, я согласна. Нет, с любым человеком. спорить. Просто мне-то как раз кажется, что мифологизация нам часто мешает как-то вот просто взвешивать честно что вот есть мы часто в мифах все это очень прячется какие-то проблемы и вообще такое мифологическое сознание собственно когда у чайковского вот текст майкова зачистили да. в советское время при издательстве, при издательстве другого слова да. придумать не могу да, да, да. хотя это не настолько текст это анализировал но там очевидно что вот ее привели и как-то вот мы стараемся выдать этот Новый миф, как бы отказавшись от того, что Майков тогда написал. Это вот абсолютный пример мифологического сознания, когда кажется, что если ты прочтешь вот эти слова, они как заклинание, этот самодержится, наверное, появится, этот царь пушка выстрелит, и Александр Третий вернется в Кремль. Хотя, казалось бы, ну, это исторический документ. Почему нельзя оставить? Ну, вот в случае с гимном Москвы исторический миф Почему остался. бы нельзя его оставить? Да, совершенно верно. Итак, ну, слушаем. можно, конечно, очередной раз выкидывать очередные слова из этой песни, но раз что раз из перепис... этого получится? Вот хотелось бы, да, поставить где-то точку. Да. И в сердцах не будут жить, не 28. Да, и так нет. не. напишем там про какого-нибудь нового правителя. Вот-вот. Итак, «Моя Москва», гимн Москвы с 95-го года. Вот такой гимн. Я думаю, он знаком более всего, потому что он действительно звучит, наверное, как песня о Москве конечно, чаще всего. Конечно. Но вот следующая песня и вообще эпоха, к которой мы плавно подошли то есть уже 50-е годы, и, и так называемая оттепель, принесла нам совершенно новые песни о Москве, да и вообще песенный жанр изменился. Какую песню из этого периода мы сейчас возьмем? Но это еще не совсем модепельно, но все-таки это 1956 год uh -huh. песню Соловьева Седова, Подмосковные вечера. Но она знаковая. Все-таки вот есть такие знаковые песни, которые знают все. Абсолютно. Вот самое интересное, что подмосковные вечера, эта песня занесена в книгу рекордов Гиннеса, как самая исполняемая песня в мире. Ее исполняют, ее знают во всем мире, в Африке, на крайнем севере куда не поедешь ее знаешь я абсолютно вот всякие. знаю только французскую версию там мюге она называется а, по французски э, 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 а как это переводится время ласточек если а, я не ошибаюсь а, а я а я прочитала время ландышей еще Ландыш? как раз французская версия да время ландышей Угу. Вы правы. Да. Но, вот что... Но она существует и в китайской версии, да. и в японской, да. и в финской. А а их вот, можно вот... любой найти. Да. И вот удивительно совершенно истории. И вот действительно задумываешься над тем, а почему столь долгая жизнь у этой песни? А, наверное... Для меня это, честно вам скажу, загадка. Я вас еще на эту тему спрошу. Да, а я, я не всегда загадки разгадываю. Я надеюсь. Какое-то объяснение мы найдем. Ну, история, наверное, сначала создания. Просто очень интересно, что в 1956 году эта песня была создана для документального фильма, который назывался «Спартакиада народов СССР». И, по сути, для такого проходного эпизода. И эта песня сопровождала эпизод отдыха спортсменов в Подмосковье. Отдыхали они себе от соревнований, и фоном шла эта песня. И прошла она, по сути, незамечена. Ну, таким же фоном и прошла, да? Да. Угу. Но Через какое-то время Владимир Трошин, очень замечательный вообще, просто замечательный лирический певец, он артист Мхат в то время был, и он исполняет эту песню на радио. И вот вдруг приходят просто мешки писем на радио после исполнения этой песни. И все просят исполнить песню, причем там очень интересно, песню о речке, которая движется, не движется, вся из лунного серебра. Причем происходили даже какие-то анекдотические истории. И не рассказать об этой истории просто нельзя. Пишет на радио некто, как он представляется, отставной военный. Пишет о том, как он едет, ехал в электричке, любовался природой и вдруг запел. Никогда не пел. И вдруг запел именно те слова и на ту музыку, которую он потом услышал на радио. И он пишет, uh -huh. что как хорошо, что мы с вами одинаково мыслим, что-то в этом роде. Ну, анекдотическая, конечно, история, но она, по сути, говорит о том, что вот песня настолько легла на душу людей, вот настолько она, ну, не знаю, оказалась близка. Угу. Причем люди самых, самых, самого разного социального слоя, самого разного возраста. Вот почему? Ну а потом фестиваль 1957 -го года, когда эта песня вообще прогремела, и вот она тогда разлетелась по всему миру. Да, собственно, это же угу. ключевое событие года Московский фестиваль молодежи да. и студентов. И, наверное, да. это вообще невиданное событие. Еще за пять лет до этого его в Москве было. Представить же, нельзя, когда да, приехали со всего да. мира. Да, mm -hmm. и вот оно стало э, этим официальным гимном, да, по сути. Ну, вот, по сути, э, то есть, а как вы думаете, вот без этого общественного такого явления, как Олимпиада и официальный гимн Олимпиада, она бы все равно завоевала такое Такую же известность? известность, признание, любовь, всеобщую. Ой, сложно ответить на этот вопрос. Ну, понятно, что это такой э, mm -hmm. предположительный момент. Ну, если сравнить, например, ее с песней, тоже знаковой, вот, которая была написана, кстати, песня-то замечательная Александра Пахмутовой, на слова Долматовского, песня До свидания, Москва, которая mm -hmm. была связана с, была написана на закрытии Московской Олимпиады в 1980 году. Mm -hmm. Ну, тоже сопоставимое как да, бы событие. тоже, по сути, она отражает личные чувства, очень личностно, очень лирично. Но. Ее исполняют, конечно, вот как-то опять же, и ее используют при, э, и, когда идет разговор о, вот, об этой Олимпиаде, когда вспоминают о ней. Но вот такую широкую международную популярность она не приобрела угу. Что же с этой песней. То есть все-таки -таки есть эмпирический удивительные... тогда как бы ответ у вас получается, что <laughs> в двух случаях одна сработала, другая нет. Не сработала. Угу. Да. Понятно. Кстати, вот отмечу лишь небольшой а, москвовический аспект mm -hmm. этой песни. В Москве есть мемориальная доска все, все в сивцевом вражке. Вот, где и написано, что здесь родилась песня Подмосковные ну, вечера. Эль. Кстати, доверие она не во всем вызывает. Я думаю, что она относилась именно к автору слов э, этой песни Мутусовскому, потому что Соловьев Седой, если не ошибаюсь, написал музыку-то в Ленинграде, где он жил. В Ленинграде. Вот. Да. Но вот в Севцем Вражке есть мемориальная доска песни. Uh -huh. Вот. И для Москвы это, в общем, ну, довольно редкое явление. Я предлагаю сейчас послушать в uh -huh. исполнении Марка Бернеса. И, кстати, в воспоминаниях и Соловьев Седова. Он не был люб... Большим поклонником своей собственной песни. Марк Бернес всячески иронически ее высмеивал. Он очень удивлялся, что это может быть за песня, о которой слышится и не слышится. Речка движется и, и не движется. движется. И что же это за такая милая, которая смотрит искоса, низко голову Доклоня. на клане. Конечно, там по воспоминаниям Марк Бернес очень долго хохотал над этими словами и сказал, что его бы. Нет, ну не сам... знаю, как мягко выразиться. В общем, он бы очень удивился встретив такую девушку. Но самое интересное, что вот, например, насколько вот я понимаю, что слова буквально не переводятся. Иногда это совершенно все по-другому звучит. Но а остается... в иностранных языках? В иностранных абсолютно, абсолютно. Но главное остается вот это состояние, переживание, связанное с рассветом, с рассветом, любовь. И, и причем вот это, знаете, что? Что удалось, наверное, автору? Вот создать вот это удивительное состояние покоя. Оно и в музыке, и в тексте можно смеяться, не смеяться, но как бы время все ставит на свои места. Не мы, не мы это определяем. Вот эта песня продолжает свою жизнь, не продолжает. Да, песня более чем знакомая, даже не нуждается. Я думаю, все внутренние, все эти слова сразу же про себя и пропели. Давайте пойдем дальше, потому что случились кардинальные события после этого фестиваля, да, жизнь конечно. поменялась. Какие главные песни этого времени мы можем назвать? Ну, поскольку мы сейчас не столько о главных песнях говорим, а сколько, сколько о песнях о Москве, ну... Среди них, конечно, сразу хочется назвать песню на музыку Арноба Баджаняна «По ночной Москве» или «Ночная Москва», кажется, эта песня называется. Uh -huh. Она была написана на слова Регистана. Опять же, там упоминаются наши любимые Ленинские горы. Написана она им была в 1961 году и исполнена Владимиром Трошиным. И, ну, следующий, можно сразу назвать следующую песню «Лучший город земли». Uh -huh. ну, что, конечно, хочется здесь отметить. Да, вот оттепель, вот то, что вот этот период 60-е годы, начало 60-х годов определяет как период оттепели, оттепель в жизни людей, оттепель в искусстве. Как это отразилось на песнях? Ну, во-первых, надо сразу отметить, что Арно Баджанян очень чуткий музыкант, очень безумно талантливый, он был прекрасным пианистом он писал не только песни, он писал и академическую музыку, великолепные фортепианные произведения. И очень хорошо о нем сказал поэт Андрей Дементьев. Он сказал, что я много работал с Бабаджаняном. Это был настолько влюбленный в жизнь человек, в нем было столько юмора, человечности, что и сама музыка рождалась из этой доброты. У него было интуитивное чувство прекрасного. Композитор света и радости. Ну вот в этих песнях, да, свет, радость. А вот что касается самой музыки, вот могу сразу отметить, ушла плакатность. Угу. Маршевости там уже нет. А почему? Народ эмоционально уже не воспринимал такую, да, совсем официальную повестку дня? Или по каким причинам? Вот эта смена. Произошла Нет, ну, но маршевость, маршевость, прежде всего, тогда возникает, когда вот нужно воссоздать чувство патриотизма, да, гордости там, за, uh -huh. скажем, за какие-то за что-то содеянное гордость за свой народ но вообще на самом деле марш-то и остаются и кстати вот замечательно в маршевых старых традициях советских написан марш газманова в угу. москве он действительно очень традиционно сделан очень умно сделан вот в традициях а тогда тогда нужны были видимо другие настроения вот как вы знаете как плотину прорвало. может быть это был отмен о, извините оговорился ответ на а, в общем-то ответ советских композиторов вызову Запада. Все-таки не случайно лучший город земли называли первым советским твистом. Да. И да. даже ходили а, да. слухи, что Никит Сергеевич, послушав радио Юность, услышал это и закричал, что это надо отменить. Да что и вы. песню, как если бы. Я думаю, что это во многом, конечно же, легенды. Mm -hmm. Вернули в эфир уже в 65 году, mm -hmm. когда Никит Сергеевич уже не был генсеком. Ну, возможно. Вот. А по ночной Москве, вот с точки зрения фактов. Ой, это как же она хорошо сделана. Это же вообще джазовая да. фактура. Джазовая фактура. Вы знаете, там появляется, вот в припере там появляется ритм, который принято называть вот то, что в джазе существует, свинг. Uh -huh. Свинг это вот такое понятие, которое пришло из джаза. В переводе это означает такое нечто типа качание, да? uh -huh. Вот, Но музыкант, я не буду говорить о специфике музыкальной, этой пульс... но это особая ритмическая пульсация. Да, еще интересно, там такое сочетание, там сначала запев звучит как речитатив, свободный, очень повествовательный, uh -huh. а потом вот эта смена ритма, смена пульсации. И, безусловно, тут уже, конечно, явная совершенно связи с джазом. Это точно. Mm -hmm. И, кстати, многие вспоминают, что э, в этом плане Арнобо Баджанян совершил какой-то э, подвиг этими своими экспериментами, потому что он во многом опережал э, вообще э, вот этим сочинением вот э, ту официальную повестку дня. Многие даже вот в фильмах документальных о нем говорят, mm -hmm. что он прям рисковал всем, я все-таки так не думаю, но что-то на то похоже, потому что, э, чтобы появились такие гармонии, там yeah, шагающий и прочее аккорды, аккорд у него Очень-очень. Mm -hmm. Итак, слушаем гражданский mm -hmm. подвиг <laughs> Арнобова mm -hmm. Джаняна. «Лучший город земли». И, кстати, «Встреча двух эпох». Mm -hmm. Как, «Лучший город» или «По ночной Москве», что мы сейчас «Лучший послушаем? город» и потом, ah -huh. наверное, на «По ночной mm -hmm. Москве». «Лучший город земли». Исполнение я предлагаю Магомаева и Сюткина. Mm -hmm. да. А что касается гармонии этой песни, там очень интересный ход, который... Потом послужил, ну, вообще, на самом деле, вот, как бы сказать, вот эта гармоническая подкладка, положенная в основу этой песни, это подкладка, на которой основано огромное количество западной музыки. Да и даже такая песенка, как наша песенка из мультфильма Я на солнышке сижу или лежу. Вот та же самая подкладка гармоническая, но первой в эстрадной советской музыке эту гармоническую подкладку в песне Лучший город Земли использует Пупа Джанян. Такой был новационный, да, шаг в тот момент. Ну, в общем-то, да. Угу. Да, вот мы послушали лучший город Земли по ночной Москве, и можно двигаться дальше, но, к сожалению, у нас осталось очень мало времени. Вот и мы с вами не успеем прогуляться по другим песенным маршрутам. Я, наверное, вот один из моих заключительных вопросов или самый заключительный у вас хотел спросить. Вот глядя на эволюцию песни о Москве, да, и вот эволюцию и жанровую, и текстовую, и эволюцию как официальной песни, так и личной лирической. Как вы думаете, вот? Язык, вот чисто музыковеческий, наверное, даже вопрос, вот язык музыки сквозь время, он устаревает или нет? Потому что язык текстовый совершенно точно э, мы уже не можем читать точно так же, да, то, что написано 140 лет назад. Вот. А музыкальный язык, он утрачивает вот эту свою какую-то актуальность. Вы знаете, как ни странно, нет? Абсолютно нет. И вот что касается... Музыкаль... музыкально-языковых систем, они продолжают сосуществовать очень мирно. Одна, другая, третья. Кому-то ближе одно, кому-то ближе другое. Сейчас же совершенно другая музыкально-языковая система. В 20 веке она сформировалась, но человеческое восприятие инертное, это совершенно естественно. И надо сказать, что все эти песни, о которых мы сегодня говорили, и вообще большинство песен, создаются в рамках музыкально-языковой системы сформированы еще в предшествующие века, не боюсь сказать это слово. Угу. И вот сформированные в то время вот эти системы, они становятся как бы привычными и понятными для слушателей. А то, что сейчас в музыке происходит, к сожалению, во-первых, звучит очень редко. Мало кто это знает, мало кто это слышит и мало кто это на самом деле пропагандирует, к сожалению. Сейчас совершенно другое, другая система мышления. Но опять же, они сосуществуют вместе и замечательно. ни угу. одно другому не мешает. Нет. Но вот я как думаю, бы, так бы и в жизни. Мы в этом и убедились, потому что многие из песен, которые мы сегодня прослушали, замечательно звучат и сегодня. Я бы хотел, чтобы в заключении нашей программы прозвучала еще одна песня: в исполнении современной певицы Земфиры. Вот. И это характерный пример того, как сегодня обращаются к классическому наследию, потому что слова у этой песни написанный Сергеем Есениным из замечательного цикла Москва-Кабацкая. Вот уж персональная лирика так да. в самой такой ее выже художественной степени. А музыку написала группа Мангл Шоудан где-то в начале 90-х годов. И я думаю, что вот этим современным примером обращение с одной стороны к классическому тексту и в то же время написание современной музыки на него, мы можем завершить нашу программу. А я хочу поблагодарить Ольгу Борисовну Оськину, которая сегодня нам провела эту замечательную экскурсию по песенной Москве. И вместе с тем по исторической, я бы в том числе сказал, Москве. Ну и спасибо вам еще раз за такой <соединяющий> ликбез в музыкальном отношении. Взаимно, я напоминаю, что в гостях у нас была Ольга Борисовна Оськина, музыковед, преподаватель Московского колледжа импровизационной музыки. Поскольку мы с вами массу песен не успели, я воспользуюсь случаем и приглашу вас <соединяющий> еще. Приходите Очередную к нам. Еще будем трамп. гулять. Спасибо. Спасибо. Это была программа Код города.